Ежегодно ученики Видновской школы номер 5 собирают макулатуру, учатся правильно ее складывать, изучают маркировку упаковочных изделий, а также участвуют в экологических акциях. Районную научно-познавательную конференцию на базе школы, на которой обсуждали вопросы экологии, организовали впервые. Данное мероприятие в таком формате проводится первый раз. Мы в прошлом году проводили дискуссионную площадку, а в этом году мы решили немного переименовать и назвать научно-познавательной конференцией для школьников, чтобы школьники могли тоже принять участие и свои теоретические знания могли показать и рассказать, что все-таки что можно сделать с мусором, чтобы они расширили свой кругозор. Конференция под названием «Взгляд в будущее. Раздельный сбор мусора» направлена на экологическое просвещение. Сортируя отходы на пластик, металл, бумагу и отправляя их на предприятия по переработке на новые материалы, мы экономим огромное количество природных ресурсов. На мероприятии выступили активисты со своими экологическими проектами, направленными на раздельный сбор. Так, например, Анна Успенская рассказала о движении «Фудшеринг». И некоторые продукты, фрукты, овощи, они гниют и портятся прямо на грядках, на деревьях. Их не успевают собрать, и они пропадают. И движение «Фудшеринг», оно как раз борется с тем, чтобы хорошая еда пропадала. На конференции присутствовали и те, кто в своей повседневной деятельности занимается охраной окружающей среды – экологи. Мы занимаемся общими научными работами, получили такое приглашение, дабы просветить немножко подрастающее поколение. Необходимость, что уже с малых лет люди понимали ответственность перед природой. Основная мысль встречи состояла в том, что если мы хотим жить в чистой среде и дышать свежим воздухом, то сами должны приложить для сохранения экологии хотя бы немного усилий. Но главное – любить место, в котором живем, и думать о том, что здесь еще жить нашим потомкам.